Ревут турбины спорткара. Черри ждет урок физкультуры. А вот подъехал школьный автобус Молли. О, надеюсь, смогу остаться в библиотеке после уроков. А, я опаздываю на урок. Ой, я тоже тороплюсь. Черри, тебе нужно подыскать новый наряд. Из дайвинг-ткани выкроим велосипедки. Добавим голубую футболку. Лук почти собран. Осталось набросить юбочку с атласными лампасами. Юбка-шорты очень удобна. На ногах гольфы с полосками и стильные кроссовки. Черри придерживается спортивного стиля, и это ей блестяще удается. О, доброе утро! Как мило, меня будет песик. Чтобы быстрее проснуться, начнем день с разминки. Хоп-хоп, бокс – моя стихия. Теперь разомнем ножки. Найки, тоже хочешь на пробежку? Беги! Вот глупышка, давай покажу, как надо. Встречайте лучшего спринтера. А это Молли, умница-разумница из параллельного класса. Подберем тебе подходящий лук. Как насчет салатового гольфика и нежного платья в цветочек? Вау! Обожаю такой стиль. Дополним наряд воротничком. Пояс и манжеты украшает атласная ленточка. На ногах ажурные гольфы. Нежные туфельки с помпонами – настоящее произведение искусства. Длинные волосы иногда мешают, потому Молли заплетает косички. От постоянного чтения малышке пришлось носить очки, но они ей бесспорно идут. Молли любит проводить время в ботаническом саду. Девочка ухаживает за растениями, а также пытается изобрести эликсир роста. Я изучила достаточно теоретического материала. Пора перейти к практике. Надеюсь, все получится. Ура! Росточек! Мой первый саженец! Yay! Пора пересадить тебя на клумбу. Щедро польем водичкой. Молли замечталась. В грезах она получает Нобелевскую премию от самого основателя. Юная леди, ваше открытие впечатлило даже Альфреда Нобеля. Поздравляю! Полет фантазии прервала учительница. Молли, крошка, ростку достаточно влаги? А? Ой, замечталась. Все в порядке, пойдем скорее на урок. Ты засиделась в оранжерее. Листочек фактурного фоамирана обклеиваем деревянными палочками. Украшаем золотым глиттерным клеем. На доске приколота информация для школьников. Последние новости спешите прочесть. Молли готовила учебники к следующему уроку. Фу, кажется, все взяла. Посмотрим, что там пишут. Ура, Олимпиада! Рядом девочка повесила еще одно объявление. О, это мне нравится! Чемпионат по черлидингу! Юху! Здорово, рада, что ты нашла мероприятие по душе. Еще бы, я ждала его полгода. Нужно скорее готовиться. И мне, и мне. Ой-ой, крышечка, тебе к нам. Целых 3 разного размера. Из них получится великолепный фонтан. Идеальное сочетание. Вжух, полусфера обрела металлический оттенок. А, это чаша фонтана. Какие яркие детали, подходит. Изогнутая трубочка послужит краном. Последний штрих. Окрасим бортики. Питьевой фонтанчик готов. Юху, перемена! Дети собрались у фонтана. Спортсменка Черри с подружками обсуждают последние школьные новости. Эй, девочки, собираю команду. Вы с нами? Сейчас я покажу мастер-класс. Тем временем Молли выбирает новые книги по ботанике. Ой, вот бы все забрать. Глядите, я могу бесконечно набивать мячик. Сейчас будет 3-очковый. Юху! Он попал прямо в умницу Молли. Книжки посыпались.
Вот умора! Как же это? Кто это сделал? Ты не видела, кто бросил мячик? О, не видела. А, я знаю, это сделала ты. Ай-яй-яй, девочек нужно подружить. Что ж, без магии никак. Ну-ка, попейте из заколдованного фонтанчика. Хочу пить. Я первая. Нет, так нечестно. В итоге они выпили одновременно. Магия сработала. В руках Молли мяч, а Черри несет книги. Выбираем подходящий шарик. Наносим металлический блеск. Формируем дугу, обматываем ее синельной проволокой. Ничего себе, 12 килограмм! Тяжеленький спортивный снаряд. Начался урок физкультуры. Ребята, хочу представить вам новую ученицу, Молли Рейнольдс. Всем привет! Выбирай, чем ты сегодня хочешь заниматься. Вот эта штука, штанга, верно? Я справлюсь! Но девочка явно не рассчитала свои силы. Слушай, подружка, новичкам везет, но не в спорте. Здесь нужны постепенные тренировки. Начни с чего-то попроще. Молли прислушалась к совету и взялась за гантели. Через время она уже ловко справлялась с гирей даже одной рукой. Умничка, Молли! Спасибо! Оказывается, спорт – это совсем не страшно. Магия уменьшения! Мелким почерком написана шпаргалка. Неужели кто-то не выучил материал? Складываем крошечный самолетик. Черри попала в новый класс. Здесь все такое непривычное. Сплошные пробирки да колбочки. Добрый день. Наверное, мне сюда. Приветствую новенькую. Hello. Вот свободная парта, присаживайся. Черри заняла место. Все помнят? Сегодня у нас контрольная работа. Я раздам задание. У вас есть час. Другие девочки активно пишут ответы. А вот у Черри с этим проблемы. Ох, вот беда. Придется писать Молли. Сос! Ой, кто мне пишет? Черри нужна помощь. Ладно, выручу. Шпаргалка-самолетик долетит прямо в цель. Черри получила послание. Ответы заполнены. Сдаем работы, посмотрим. Ух ты, новенькая показывает. Отличные результаты. Подготовим квадратик картона и кусочки пенополистирола. Декоративные растения тоже пригодятся. И фурнитурный элемент. Вжух, закружились. Собираем все детали в статуэтку. На листиках сверкают драгоценные камни. Эта почетная награда достанется самому умному ученику. И вот началась Олимпиада по ботанике. Заветный приз – золотая статуэтка. Наша спортсменка уже усвоила некоторые азы ботаники. Yes. И, конечно, успела подготовиться. Учительница задает вопросы, а ученики поднимают руки, когда готовы дать ответ. Yay! Помните, на кону самая почетная награда. Итак, начинаем. Let's go. Первый вопрос. Сначала Черри не везло. Соперницы оказались более шустрыми. Как это? Я не выигрываю? Пора действовать решительно. Теперь она быстрее всех нажимает на кнопки. Черри, слушаю. Девочка так увлеклась, что собрала все выигрышные цветочки. Ого! Вау! Ничего себе! День открытий! Поздравляем! Наша малышка выиграла золотую статуэтку. Моя первая победа в ботанике. Скатываем шарики воздушного пластилина. Дополним их держателями. Яркие ленточки забрасываем в барабан волшебной стиралки. Готово! Стягиваем фатин в сборку. Чем больше складочек, тем пышнее помпон. Подвязываем лентой, а на конце – легкая гирька. О, скоро начало танцевального конкурса! Черри решила подтянуть Молли в танцах.
Советую взять для выступления помпоны. Но я так полюбила гири. Идея! Давай объединим эти два предмета. Воу, получилось невероятно. Помпоны с гирьками. Подруги разучивают танец вместе. Я верю, что у тебя все получится. Один момент. Вот, переоденься. Вау! Аксессуары решают. Включим заводной трек и поехали. Давай! Двигаемся по схеме шагов. Левая, правая, раз, два, три. Ух ты, это так весело! Yes. Еще бы, ты точно станешь чемпионкой! Подготовим атласную ленточку. Вжух, магия Лалилу создала золотую звездочку. Медаль за первое место достанется самой лучшей чирлидерше. Да начнется конкурс! У Молли чудесная группа поддержки. Юху! Мы за тебя болеем! Вперед, смелее, девочка! Помните, победитель получает великолепную награду. Итак, встречаем Молли! Малышка показала очень крутое шоу. Все в восторге от ее необычного таланта. Ранее такого не видели. Ты получаешь заслуженный приз. Ура! Спасибо! Девочки встречаются в школьном коридоре. Молли, я взяла первое место. Хочу подарить эту награду тебе. Ты всегда мечтала выиграть Олимпиаду. А я отдать тебе свой приз за танцевальный конкурс. Подруги рады достижениям друг друга. Ага.